Государственная дума повысила штрафы за неявку в военкомат и ввела наказание за непредоставление информации. Штраф за неявку без уважительной причины повысили с 3 до 10-30 тысяч рублей. За несообщение в военкомат сведений о переезде, смены работы или семейного статуса штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Все военнообязанные должны сообщать о выезде за пределы России на срок больше полугода. Штраф за несообщение составит от 10 до 20 тысяч рублей. За оказание содействия военкоматам по оповещению во время мобилизации от 50 до 80 тысяч рублей. За непредоставление сведений о сотруднике штраф с юридического лица составит до 400 тысяч рублей.